Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Упражнение 170. Прочитай, какую букву ты напишешь в словах после «ча» и «ща». Спиши слова в два столбика, обозначь орфограмму. Чаще – площадь, чары, часто, прощать, огорчать, чахлый. Есть ли среди этих слов однокоренные? Списываем слова в два столбика. В первый – с сочетанием «ча», во второй с сочетанием «ща». После букв «ча» и «ща» пишем букву «а». Чаще, чары, часто, огорчать, чахлый. Чаще, пощада, прощать. Однокоренными словами здесь являются «чаще» и «часто». Это однокоренные слова. Чаще – это роща, где очень часто растут деревья. Поэтому данные слова мы считаем однокоренными. Если у вас возникли вопросы или предложения, вы можете оставить свои комментарии под видео.